Как тебя кошка? Помогаю, что я ему какой-то дом подцепляется. Я для мужа это поставила. Да, все нас забьемся. Что-то собрались за грибами и никак не можем выехать, как будто дождь на улице. Посмотрим, посидим еще часик, может быть, соберемся. Вот наши лукошки тут стоят с пестерами готовые на выходе. Вот. Собрались в хорошее место, где вся эта посуда должна быть забита грибами. Ну, посмотрим, что получится. Что-то опять дождь, по-моему, застучала. Он приедет. Но когда? Я об этом не знаю. Но когда приедет? И с каким результатом? Так это ты меня чикаешь, да? Так чикаю, мам, фильм сделаю, потом посмотрим фильм-то. Мы приедем, нам как скучно будет, мы раз поставим, посмотрим. И вроде как поговорим. И подумайте, как будто бы были в отпуске. Как будто бы дома побывали, да? Точно. И дома весь засниму на пленку у отца. А в следующий раз ты знаешь, что надо принести? Вот теперь-ка тут. Крутится. Надо эти самые магнитофон привести, видео до пленок понаделать. Мам, мы... легче. Ключи мы как будто не отдали. А я с добавкой. Вот. Телевизор. Так а может быть так и сделать? Слушай, добавить еще сотню, докупить. Да нет, это и я говорю с добавкой. Едут, я говорю. Вроде шум трактора. Ты разве их? Я не слышу. Ты думаешь, едут? Думаю. Нелли, посмотри там в окно, не едут ли они на тракторе? Дождя. Это очень плохо работает. Это 30 лет из кокоса, до 45 этого тут должен быть сейчас. Пожалуйста.
сейчас папа и еще кто-то там дрова рубит. Дрова рубят там. Сейчас выйдем, посмотрим, что они там еще делают. А да, у бабы Тайм. Вот баба Тайм гостиная. Ковры тут висят на стенке. Старые радио сломанные. Да ладно, грязный, а ты не подсовывайся под камеру. Видишь, что я снимаю? Он тебя снимает. Снимал. Вот два зайчика встретились вместе. Две сестрички твои родные. Вот Маринка у нас. А ты знаешь, Марин, сейчас записываться речь и изображение в цвете. То есть по телевизору потом можно было смотреть. Только не здесь, к сожалению, пока. А позже, потому что это американская система, ее нужно переделать на европейскую. Если... Я потом позже сделаю запись, копию для вас. Так, господа, садитесь за стол, пожалуйста. Папа, где магнитофон-то найти можно? А купить его? Ну, не сейчас, наверное, а попозже. Девочки, за стол, пожалуйста. Да, все попозже. Соскучилась по магнитофону. Да. Не соскучилась. Хотя баба-то ей телевизор. Марин, давай. Неля. Смотри, здесь телевизор-то не показывает. Давайте. Ну что, баба-то? Давай.
Мне интересно было посмотреть, да? Марин, а у тебя когда день рождения? В марте 18-го. Вот видишь, а я даже не знал, что у тебя в марте 18-го день рождения. Ну, ровно 10-го. А у Нелли 10-го? Марта. 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 Мартовский. Мартовский заяц. У нас в следующий день Петя 11-го, Вовка 8-го. Чуть надо еще первого праздновать. Я опять разбегу. Вот то, что я сейчас делаю, можно сразу же и посмотреть. Только в черно-белом варианте, в самой камере. Ну и посмотрим. Тебе интересно? Конечно. Но звука не будет, потому что здесь только лишь так. Ну, мы примерно знаем. Примерно. То есть, что будет. Только нужно добавить звук, весь то, что мы говорим, и цвет. Ну, ты можешь комментировать. И качество, которое будет гораздо выше, чем вот здесь на пленке. Это только мне, потому как я соль не ем. Так, засигналила батарея. Пока я ее поставлю сейчас на зарядку. И в то время мы поедим. А потом посмотрим, что у нас получилось, да? Батькин дом. Комнату я это уже снимала. Я уже грязь залила. Грязь не горит. Да, давайте. Нет, я не знаю. Юра пойдет с вами. Юра пойдет. А я буду за. Нет, зайка. Скажи, это испортили. Да что ты? Какие у нас, знаешь, это запасы есть. Не надо ничего. Знаешь, с запасами получше жить, чем без запасов. Вот тут мы поохотились, то есть по грибы пособирали маленько. С кружишком. Слушай, это такой беспорядок, это Коля с ним. А кого это на чурике? А вот не знаю. Не в мать, не в отца, проезжего молодца. Не в папу. Не в маму, нет. Папа не расписал. И не в бабушку. И не в бабушку. Да, и не в бабушку. И в маму, и не в бабушку. А бабушка все его кормит еще до сих пор. Такую ту кобылу. Такую ту кобылу. Как вы ее зовете? Чернышка. 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 Даже это не мать? Мясо, да, даже. Поболонник. И не это самое, не трогаю. Нет. Ну, какие дисциплинированные. Ты как их так приучила? Сидят, ну, с этого конца. И чтобы мыши не поели. Так, наверное. А, знаешь, ни одна кошка мне это не дарит. Вот даже такие маленькие. Уже ходят песочек. Что-то она там нашла. Нашла, она попку вылизывает, нашла. Нет. Моет попку. Нет, так. Нашла. Какую тут кусочек. Ты что, уже это бабушки дала? Принесла она ему? Нет, тут валялась. Так что ли, два дали. Хорошенький. Смотри, как это. Причесаться. Багира. Чернышка. Да. Чернышка. Иди сюда. Чернышка. Чернышка. Ах, какие глаза-то. Чернышка. Желтые. Ну, с тобой разговаривать надо идти к маме, как бабушке. Чуть же ты да перестань ты меня, бабу Ягу, чинкать. Так это для Нелли я снимаю тебя. Она будет рассказывать про тебя своим детям и внукам. Да. Пленка-то остается навсегда, на все времена, навечно. Так что может что-нибудь ей наказать хорошее сейчас. Вот так, Коля. Скажи что-нибудь хорошее. Слушай, Коля, да. Переговорите вы с Юрой, так как мне это с домом там подкотать? Я думала на Юру подписать. Юра уж тебе не откажется. У Юра же совесть на месте. Или сразу на обоих. Да на Юру подписывай, Юра будет жить в твоем доме. Жить-то уже не знает, будет или нет. Он здесь родился. Ну, я по всему миру мотаюсь. Я оторвался рано, и так и путешествую до сих пор. Ну, и, наверное, так вся жизнь пройдет у меня. Погодите. А я сюда буду приезжать в гости к нему. Да. А что там мигает на экране? Нельзя настроить? Все такие деревца, все такое молодец, все такие.
Ну ты до кубик, главное, не прибедняйся. Ты в банке работаешь, ты что, на валюте? Юра. Да. Набрал, сколько надо, и кушал. Да, вот если бы только так можно. Так, давай, наверное, наливай, потому что теперь. Да, есть. Иди сюда. На, сейчас. Ты как, все. Как диверсант. Ты как диверсант, и все. Да. Он брат. Надо кепку снять. Японский телевизор. Да. Я зря ты вот ты не взял этот. Ну, слушай, я читал, читал. Перевод. Это все. Да. Но нам с тобой его не купить. Если, да, если даже мы складем. Подожди, а пленка как же проявляется? Нет, нет. Свои? А я не знаю. Нет, вообще бросаю. Я трусик. Давай. Я выпил. А пленка как она? Просто весь стресс идет. Прямо. Она на кладбище приедет. Пришли такое не видели. Как вы вот для казанки? Очень высокая. Чтобы нам дать, очень высокая. Не бросили. Или у каждой, или, ну, посыпали, все. Есть еще одна печать. Вот так. Если так сказать. Да. И все, что да. Как только увидите, я вам сделал, да? Да. Если, да. Если у нас сейчас, если 400, полторы, даже если не дорого. Хоп, не присел, ничего, как будто ничего не бывало. Как будто его не жгло. Ну, метров, ну, 35-40. Я опять подурел. Беру, ладно. Как он только пошел, ну, догонку еще запустил, так, на всякий случай. Ай, тут делать нечего. Все. Сашка подходит. Говорит, блин, шел, ну, там этот.
Вот банька топится про нас, дымок едет из трубы. Сейчас мы там будем париться. Труба из баньки наружу, бачки, крыши, всякие вещи, провода, полочки, полотенца, цветы наружу, домик с рябинкой. Вот батин мопед. Рябинка. Серый. 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 Серый в будке сидит, в темноте, не хочет выходить мне наружу. Там темно у него. Вот так, от мух отмахивается. Там еще кто скулит. О, малыш. О. Камеры спокойно двигай ей, чтобы не было рывков. Очень плавно.
Ну давай, Юра, поднимай, рыба-то хорошая. Это рыба копченая, посмотри на ее дядю Юру. У нее очень вкусная копченая рыба. Вот, сам поймал, наверное, щуку. Я сейчас себе. Вот она какая. Щука. Ну давайте, Юра, идем я ступка. Все, Нелли, снимай нас. Снимай нас на память. Вот, дядя Юра, Таня, я и вот Галя. Вот. Его. Вот. Ну ладно, снимай стол, снимай нас, всех вместе. Отдалей в сторону. Он уже лампочка. Это... Давайте пьем. Дальше не. О, батарея мигает, пап, батарея мигает. Все, не обращай и... внимания, снимай дальше. Будьте здоровы. Будем здоровы. Будьте. Ну, как можно, как придется. Да. Промолчать. Смотри, толку нам показывает сегодня уже. Смотри, она даже не это самое, не изменилась почти. Батарея замигала. Что, она все с батареей? Я говорю, снимай ее до конца, пока она не сдохнет. Это с кем она? Мы ее снова заведем. Чего там ходишь, а где? Сосед пришел. А? Че, грибы, что ли, перебираешь? Грибы перебираем. Опа. Ты все, Борга пойдет. Пойдем. Дело. Шепотил. Пойдем. Все. Нет. Первую девку. Все. Ты чего, снимаешь уже, да? На память, а как же Вовку-то не снять? Друга детства. Я приеду в Америку и посмотрю на тебя. Посмотришь в Америке. Здесь ты себя не увидишь, это другая система. Я понимаю, что не увидишь. Да? Нет. Ты в Америке посмотришь, вспомнишь, как мы с тобой встретились. Сейчас ты посмотришь. Я посмотрю. Если хочешь, можешь посмотреть себя. Только без звука и без света. А почему без звука? А потому что... Маленькие кассеты, да? Нет. Нет, там постоянно. Другая система. Это знаешь, ты здесь наблюдаешь только... Через адаптер надо. Я тебе объясню сейчас в двух словах. Ну, когда ты сможешь... Ты уже меня снял. Пойду уже. Не переводи эту пленку. Не переводи пленку. Не будет, не будет. Ну, разговаривайте. Надо лежать. Ты что, снимаешь? Уже да. А? Да. А почему у тебя это... Мигает. А? Уже 10 секунд. Мигает, это понятно. А почему свету нет? А зачем он нужен? Так он свет берет. Нужен? Нет. А? Он и так берет. Ну вот на Панасонике есть свет. Маленько, а уже всего. Нет, там есть место, где свет вставляется. Она уже. На Панасонике есть свет. Садитесь все. Ладно, все. Хочешь посмотреть? Да. Сейчас посмотришь. Вот сейчас. Хочу посмотреть. Почему свету нет? Да не нужен он. Так он должен быть свет вот здесь. Когда же нас снимали, должен быть свет.
Нужен. Да что ты возмущаешься, как советский гражданин? Я российский гражданин. Да. Советский, а не российский. Я российский гражданин. Вот. Я не советский, я российский. Все, я заканчиваю, ты сейчас себя увидишь. Давайте очень хорошо. И не надо никакого света, ты поймешь. Почему не надо? И вот так, раз и в рот, и все. Видишь, нормально. А как ты, с тарелкой сидеть, что ли? Да. Так, кому что? Ну это называется как это? Шведский стол накладываешь, тарелку берешь. Это шведский стол, да? Да, и отходишь в угол. Ну, я каждый в своем углу. И каждый в своем углу, кто чего ухватился. Это шведский стол, да? Нет, мы не порву стол, лучше вот так раз взяли и все. И все вместе все взяли. Так. Ну ладно, возьму тогда тарелку. Ну, коробки. Буду где-нибудь. Я тарелку убрал. Да, и пошел. Марина. Вот так достанешь. Я не буду. На русский язык фильм озвучивали. Актеры Дин Мариков. Передумал. По шведскому говорить не буду слова, да. Держи, держи. Больше держи, просто, да. Давайте поднимайте. Рука осталась. Татьяна Иванова и Владимир Писаренко. Перевод Антона Климова. Директор. В 90 милях мы здесь катаемся на кругах. Здесь много снега, а в Сиэтле снега зимой почти никогда не бывает. Так, Маша покатилась опять. Сразу к Лене. Да. К Лене обязательно, мы летом уже столько не видели. Галя засела открывать и нам в купейном вагоне. Пол запутал то. Что бы я делал без вас, господа? Ой, тусь, дамы. Три дамы, один. Зарапортовался. Один мужичок. Зарапортовался. Например, у Володи глаза похожи очень на брата бабы. А деда Володи не один из них. Ну так чуть-чуть, может быть, чего-нибудь там урвали по кусочку. Вот в молодости его фотографии не один из них. Материнскую родню, не в мать, не в материнскую. Ну так как же, приедем в Америку, включим видео и как будто вы в гостях побывали. Точно. Правда же? Вид-то у нас. Хороший, нормальный. Я не ложилась. Ты ведь так же еще не выпьешь, тебе же не отвяжутся, пока я выпьешь. У нас умер. Бей и все. Так это понятно. Тебе достала эту игру. И не заметила, пока полбанки ее навернула. Мне потом так плохо было, что все, я с тех пор вообще не могу смотреть ни на какую игру. Это со мной лет 15 так говорит хочет. Когда мне спасибо плохо. Девчонки, мы вас возим с собой в Америку. Как нам станет скучно, мы поставим видео и будем вас смотреть. Она записывается звуком, со всеми делами, в свете и так далее. Шикольно перепечатали на большой плакат. Я не знаю... Где-нибудь предварительно. Я не знаю, можно ли печатать фотографии с кинокамеры. Думаю, что, наверное, еще... А? Это нужна специальная техника, я не знаю. У этого же есть вот у Сеида. У Сеида есть? Здесь этот полароид, только пленку надо. Вот эти полароиды, надо сказать, они в общем-то бестолковые камеры. Они у них плохое качество и очень дорогие пленки. У нас это потом стресс. Там праздник, там все деньги канут. Зачем? Ну, они дорогие уже, знаете, дорогие. Ну, пленки, да. Полароид только не стоит сколько пленки к нему. Сегодня мы приглашаем вас посмотреть работу нашего человека. Там примерно в три раза дешевле, если ты ножками берешь. Там макароны, сахар, там еще что-то.
коптовая цена. Да, 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 там. Да у нас что, мешок берешь, там он берет. Все, надо. Нет, коптовая-то есть. У вас перевозка ведь. Сюда. Я посмотрела, монтура 800 рублей билет на автобус. Я привез фотографии показать некоторые. Сейчас. Привет. Я пошла тогда. Да. Ну так до свидания, всем большой привет. Счастливо вам. Ага, до свидания. Оставайтесь с Богом. Ага, пока. Удачи.
А в этот раз... Коля, не зря не поле кадра. Кино. Кино, кинопленка. Ну, в общем, это, последний раз Дима пришел, ну, не только в этот раз, она всегда. Она очень его любит. Она его тискает. Толь, ты мой миленький, ты мой хорошенький, я тебя люблю, целует его. А он орет, извивается, а он орет. А у меня эти все в мозгах, все переворачивается, этого рева. Меня зло берет, что она его тискает. Я говорю, Аленка, ему же неприятно, раз ты его тискаешь, а он это не хочет этого. Оставь его в покое. Она все равно, значит, она хохочет. Он орет, она хохочет. Представляешь? Вот концерты могут быть с утра до вечера. Ну, я говорю, это самое, ты перестанешь или нет, в конце концов. И у меня что-то такое, да вот еще перед приездом-то я нервничаю, все это собираю, думаю, в мозгах у меня вообще ничего не укладывается. Я, значит, ее подошла, трупила, как могла. Вот, я говорю, не трогай ребенка, говорю, не мучай. А она, видимо, по своим соображениям, он был разутый, штанишки снял, пописался, я с него сняла штаны. Она, он перед этим вот только переболели. И его заталкивает на койку, чтобы он не слазил, а он слазит с кровати, она его туда. Ну я злобила, она говорит, я тебе же лучше делаю, чтобы он не простудился, не приду больше к тебе, я говорю, не приходи, ни нервы мне не трепи, говорю, не приходи. Ну и все, и вот с этим мы с ней так это. А потом все равно мать пришла с работы, забрала их, она, бабулечка, до завтра. Чмокнула в щеку меня, и все равно ушла. Так что у нас такая дружелюбная война. А то вот мы сюда, ну ничего, все проходит. Вот. Но баба Лида, она туда идет, то ей жвачку. Нам она только родилась, вот ей зубы-то испортили, шоколад. Тащили-тащили эти батончики, чтобы до дома, чтобы внучку к тебе притянули. Ну, записывать, зачем? Каждому что-то надо. А вот это вот меня. Приближаешь, вот сюда, вот вверх сверху приближаешь, давай. Удаляешь. И все в раз, еще нервничает. Ты, баба, что мне не даешь? Ну, это я не буду записывать. Ну-ка, Дима, скажи что-нибудь хоть здесь. Кинокамеру-то нам на память, а? Скажи. А потом вырастешь, будешь? А, скажи. Ну? А? Скажи, Алена. Дима, скажи. Скажи, Алена. Няня, он говорит. Няня, скажи. Скажи, няня. Ну, это момент, ты, Коля, не сразу. Чуть-чуть, потом. Молодец. Еще громче. Громче. Давай еще. Няня, скажи. Вон, тро, скажи, тро. Тро. Тро, скажи, пойдем. Тро. Скажи, няня. 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 Скажи, няня. Скажи, баба. Баба. Баба, скажи. Кто там? Нелли, Нелочка. Это Алена, скажи что-нибудь. Сейчас он не может. Ну что мне сказать? Ну ты очень рада, что мы приехали? Да. 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 Она говорит, что это... Вчера бабу пытала, говорит, ты из-за чего Галю ждешь, тетю Галю? Из-за подарков или просто так? А ты из-за чего тетю Галю ждешь? Она говорит, повидать я хочу. Не из-за подарков. Ну, из-за подарков тоже не беда, скажи. Да. Какая у нас веселая компания. Вот, ой, молодцы, да. Умницы. Ну, а пойдемте дальше куда-нибудь, в комнату пройдем, там, где посветлее. Пойдем. Где света побольше, пошли. Пошли. Что ты больше всего любишь делать? Рисовать? Читать? Ну что? Рисовать любишь, да? А еще что? Я сама не знаю. Ты сама не знаешь? А играть любишь? Играть? Да. Ну, смотря в чем. Ну, не знаю. Ну, играть можно в разные игры или играть на музыкальных инструментах, вроде твоего маленького пианино, которое у вас здесь. А? Скажи на пианине. А ты умеешь что-нибудь сыграть? Ну, вот смогла бы что-нибудь сыграть? Нет, я пока не могу. Сейчас не можешь пока? Пока так. Разыгрываюсь. Ага. А кто тебя учит играть? Ну, я сама. А вот ты попроси Нелю, может быть, она что-нибудь тебе сможет сыграть на этом маме? Нет, на этом-то я не смогу. Наверное. На таком вот. Простроенное. Ну так, оно никогда не настраивается, это игрушка всего лишь. Да. Да. Вот снять вот игрушку, а уж
там видно был палочка, да? Главное все было. Тоже видно там палочка. Как засели? Да, подъемили. Я говорю, владелец миллионером уже был в это время. Школу жизни прошли. Нет, но игрушки не понятно. А что это такое? Это жвачка. Ладно, а мы сюда в гости едем. Вот, баба Нина пришла. Что? Вот. Всех фотографируешь? Всех снимаю. Давай вот Калюни сюда с краешку, вот давай. Пообщайтесь. Нет, это мы втроем. Вот, втроем, троечка. Ой, мы не поваляли. Говорили вам. Внуки тут здоровые выросли, мы не поваляли. Иди сюда к нам. Иди к нам. Иди сниматься будем. Дима, иди кино будем снимать. Дима, иди сюда. Иди скорее, 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 скорее. Боком. Краешком, краешком ушел. Иди к нам. К нам, иди. Иди. Иди скорее. Да. Димочка, иди на фото выйдем все. Какой боится. А вы еще ни разу не снимались на кинокамеру? Нет, конечно. А вы не знаете, что это такое? Нет. Ну, я давай, видела да. только по телевизору. А, вот мы, дядя Коля, все пришли. Вот у нас лягушка есть, квакушка. Квак-квак. Как ворона каркает? Скажи. Кар-кар. Как ворона каркает, Дима? Кар-кар. Кар-р-р. Грязный весь. Чертик грязненький. Ага. На дядю Колю посмотри, вон огонек мелькает. Дядя Коля там? Скажи, дай, дядя Коля. А? Оль, шампунь куда уволок? Она в ванной там. Скажи, дай, дядя Коля. Попроси у дяди Коли игрушку вон ту. Скажи, дай, дядя Коля. Дай, дядя Коля. Попроси у него. Скажи, дай. Димочке, дай, поиграть. Дима, смотри, какая тряпочка. А? Тряпочка. Давай, наверное, лягушку кусать. Наверное, уже кушать захотела. Зря Коль не тратит это самые кадрики. Или как она используется, я не знаю. Все в порядке. У нас достаточно пленок. А что там? Это? Это наша жвачка. А как он пляшет? Вот подожди-ка. Он, знаешь, только телевизор включишь, а там эту рекламу передают. И он как начнет под эту музыку вилять, вот так вот, это же вообще потеха. И пытается уже песенки петь. Здорово получается, молодец. Да. Паренек. Да, хорошие руки бы его. Угу. Хороший бы. Способный парень. А ты что молчишь, хорошо? Нет. Ты что молчишь? Ну-ка произнеси что-нибудь. Эй, ну-ка, Алена, чмокни в щечку, поцелуй ее. Поцелуй маленечко, ну-ка, как Алену любит Дима. Как Дима Алену любит? Вот так любит. Вот как. Самое интересное убрали. Жвачку убрали. Чего дай? Чего дать тебе? Так, он сейчас будет просить, знаешь что? Вот ты вон туда немножко отойди и потяни ему. А он будет кричать дай. Проси у Алены, дай. Ну, проси у Алены. Надо, Дима? Надо? Алена, дай. Дай, Аленочка. Ну, пожалуйста, Аленочка, дай. О, как сестренка. Как Дима любит сестренку, а? Как? Ой, а вечером посмотрим, что вы сделали? По телевизору-то нельзя будет, только вот в окошечко обратно. То есть как? Ну, другая чистота. Не совпадает ведь, напряжение не совпадает, и частота герцов не совпадает, нельзя показать по телевизору, поэтому. Жалко такого. Ну мы перепишем, вот, когда в Америку приедем, перепишем на большую кассету, нормальную, переведем ее в русскую систему, и тогда можем как-то передать или выслать, или приедем, привезем. Папа. И вам перепишем все эти мандрусские записи тоже. Баба Тая там, да? Да. Конечно, интересно. Хотелось бы увидеть, что ты столько уже прошло лет в операционном доме. Хотелось бы ее увидеть. Осторожнее, не наступай. Сзади, Дима. И это... И Юру хочется да увидеть. Стой. Не надо уехать. Ну, стой. Мне неприятно, Алена. Мне неприятно. Не понимаю. К тебе. Плохо, мы купили, а мы что-то маленькую купили. Нам хватит. Не стал. Мы уже с дедом загрузились душевно, очень душевно посидели.
А там что-нибудь подиналить? Есть водка. Водка? Да, он же тяпнул. Да ну. Где? Ага, там водка. Где ты в какой-то? Сейчас он выпьет. Нет, он уже выпил. Вот водка. Нет, вода. Вот, вот. Димка, смотри сюда. Слушайся дядю Колю. Вот молодец, умница. Хорошо пьешь. Чем пахнет? Чем? Чем? Че, водой скажи. Молодец. Водкой. Пей. Дима, как из стаканчика Дима пьет? Ну-ка, как пьет Дима из стаканчика? Попей. Налей сюда, я попью. Давай, налей. Вот так. Вот. Налей. На. О, скорей, пей. Пусть. Водичку. Давай. Вот так. Вот так. Слушай, нам тут пробуем. А, вкусно? Что так тут не понравилось? Ты вкусный? А мы пока пришли, пока пироженки сделали. Мне на работе испекли девчонки пироженки, я пришла, тут масло, ну, крем сделала. Ты покушал? Еще что-то? А? Еще? Видишь, он говорит, угу. Сегодня кто-нибудь придет, типа Завьяловых. Завьяловых? Типа. Типа. Слушай, придут. Таня, ты хорошо говоришь, у тебя хороший русский язык. Почему? Типа Завьяловых. Ну, потому что там даже другого типа есть. Не должно вытерпеть, если не придут, я все равно позвоню, чтобы они пришли. Вкусно? Ну, так у тебя же день рождения сегодня. Тебя баба Лида поздравила? Не бабушка. Ну, по дороге, а? Хватит бабушка. Я шел с репетицией. Как они отреагировали на шмотки? Орел-то подирала без ума, Димке. Галя говорит, я, говорит, вам не буду давать, я, говорит, только ребятишкам, говорит, так. Посмотреть реакцию. Смотри, что-то морщится. Ой! Да вода попала в нос. Ну-ка. Опять куда? Женщина у меня, ух. Что, спрятали? Сангрия стоит, смотри. Сангрия. 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 Или мама в эту бутылку сделала? Да это просто, ты что, бутылка, смотри, лет 8 уже, наверное, да? Бутылку. Да. Понюхай. Но все равно вкусно. Димка, это, а что же это такое? Сюда смотри, на дядю Колю. Молодец. Дима. Хороший парень. Как Good собачка boy. Лает. Как собачка лает? А как ворона каркает? Кар. Ага. Кар. А как карата-то зовут? Как собачку-то у нас зовут, а? Кар. Все, расскажи. Хватит баловать. Ты уже баловаешь? Ой, потом еще с ним. Что-нибудь когда будет поинтереснее. Будет, будет. А тут кончится кассета. Татьяна, кассета у нас не кончится. У нас кончится батарея, но мы ее зарядим. Вот так вот. Да. Новый проблем, конечно, да? Конечно, нет проблемы. Ой, с большой бутылкой ты еще не обращаешься. Ну что ты, лукаша, разница? Так, пробку надо открутить. Ну что так, я не понимаю. Никак? Никак? Ну-ка, папе дай. Жена, папа, открой. Ну-ка. Никак. Пап, да ты кого наставишь? Мы что, голодные, что ли? Ну, ты брала кого делать? Вот, мама с Галей придут, и все нормально. Ага, где они когда придут? Теперь и два будни пошли. Коль. Мам, это теперь не скоро придут. Закрыть ее, ну ее нафиг. Не понравилась она ему, убирай, папа. Ага. Через 2 секунды будет запись. Ложечки, что ли? Не, мне не надо. Коль, тебе сколько? Одну ложечку чайную на 0,5 стакана кофе, пожалуйста. Да. Коль, ты слаб пьешь. А сахар? Сахара? 1,5 чайной ложки на этот же раствор. У меня все вымерено. Представляешь, он пьет 3 чайных ложки кофе. Да. Нет, ребят, извините. Не знаю, это... Я тоже не знаю, а то в сердце посадить можно только так. Да, это всему делу увлечение. Так нельзя, понял? Конечно. Вот. Слушай... Я вот, допустим, вот были, мы были когда в командировке, тогда кофе не было. Там у вас кипело? Да, да. И увлекались чаем. Я, допустим, этим чаем никогда не увлекался. Ну это чефир уже, а не чай. Ну чефир, конечно. Чефир, конечно. Да. Они берут, да, берут и... Зачем ты ее спер? Чефир. Положи, иди на место. А я говорю, что, ребята... Дим, дай.
Нечего выпить, я нет, и так лягу спать. На зеркальце, спать. На зеркальце положите, положите. Я говорю, и так лягу. Вот. Они там в карты играют, значит, я, Коль, а я как спать? Коль, за грибами поедете? Поедем. А я как спать захочу, все. Да. Я говорю, жизнь должна быть естественной. Правильно. Вот. И нечего ее стимулировать. И нечего ее, понимаешь. Стимулировать. Погоди, погоди. Папуль, садись. Кофе пить будем. С пирожными. Да. Эти, а я водочки выпью. От Коли пирожные, Игорю пирожные. Я не хочу пирожные. От Коли пирожные он любит. Будем. Пожалуйста. Любим. Да. А Коленька, давай пироженка кушать. Да. Завозь. А что-то все по половинке, поэтому я что-то там... Нет, ты, конечно, не так же. Нет, папуль, вы не гоните лошадей, а? Не, ну... Вы сейчас, пап, ну еще за яблоко, поставьте, вы еще напьетесь. Коль, бери. Спасибо, дорогой. А сейчас. Коля нет, Коля, кофе. Дай мне снять тебя в упор. Да кого меня снимать-то? Я не это, не фото, да. Как он? Геничин. Гигиенично. Вот. Я пойду в холодную пойду. Есть! Что ты тоже? Новый год. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Спуск! Давай, где? Новый год. 95-й наступил. Вся Америка радуется. Где звук шампанского? А че вы кого... Чего выстрел! Так я же тебе говорил, подготовься! Стреляй! Козловая! Давай! Да всё! Делай! Вот так! Звук сделан! Браво! С Новым годом! С Новым годом, ребята! Детям чуть-чуть, по полному. Хорош, ты что, по полному? Детям чуть-чуть. Вот детям по полному. Всем по полному. Что, не относились? Там пускай пьют и живут. Будет жизнь еще впереди. Колька всегда за камерой, во все времена. Телевизор. Коля, давай сюда. У меня это привет, давай, чтобы за компанию. Уже только что Новый год прошел. Аллилуйя, бери, папа. Аллилуйя. Это что такое? Кис-кис-ля. Кис-кис-ля. Все пьют шампанское. Все пьют шампанское. Пелька, ты нас снимай, ты не снимай слишком долго этот стол. Да тише ты, пап. Это мой пап. А телевизор? Мне сказали телевизор снять. Мне надо было, когда... Тебе же камера ходит. Ходит. Ну да. Аня, давай. Подождите, прекратите, Игорь. Ну-ка, проходи вон туда. Ты что, что такое, ты не входишь в кадры, а? Да я уже был там в кадре, я даже твои зубы видел. Ну, войдет. Да. Единственное, что видел, это зубы. А потом пошел какой-то бассейн. Давай я сниму, ты чего? Коля, сними. Коля, отдай кадр. Коля. Не мешать мне снимать. И вон, снимай. Он снимает всем по очереди. Я снимаю группой по 3-2 человека вместе. Тиран. Вот сейчас, например, баба Нина с двумя внучками. С внучками, с внучкой. Они оба едят. Вместе. Пирожное там, не знаю, дополнили. Они маленькие такие, хорошенькие такие. Миленькие. Снижали, это так как было. Ну, я не могу, нос оборозит, залез в этот пирожное вагон. Нелли одна, Таня одна, подмени другим глазом. Ты что, не умеешь другим глазом мигать? Семен, умница, молодец. Как я рад, как я рад. Миша. Ну-ка, посмотри сюда. Я тоже один. Да ты боец, как всегда. Хороший. Конечно. Герой. Вот так. Молодец. Да, уж он один. Молодец. Представляешь, Семен, а потом мы посмотрим все в цвете и со звуком. Обязательно. Обещаю. Ничего. Обещаю. Все в порядке. Пап, не плачь. В Америку поедешь, ну? Ну-ка. В курорт поедешь. Туда. Баба Паша, не плакать. Чего? Ни первый, ни последний. Поедем в Америку рыбу. Карпа будем бить. Чего бить? Карпа. Карпа. Ты помнишь, как ты карпа выловил? Карпа не будет. Тайменя. Эту царская рыба какая бывает? Форель. 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 Вот форель будем ловить. А карпа? Не подсказки, но он. Форель. Ну форель есть. Форель будет. Знаешь, товарищ оператор, можно у вас попросить камеру? Он курить пошел, не ладно.
Коль. Да нельзя подпаздывать с этой стороны. Да я тебе хотел пирожное, за что ты вон. Я пирожным мотнул. Ну это бывает, может и есть. С той стороны выпивка, с этой Оля, как всегда, с бутылкой в руке, проспавшись. И снова в бой. А бедный папуля, даже не спавший, совершенно. Я как была. Нибудь какие-то попить. Вот его водичка, мам. Русские закалки. Коля, давай споем. Споем и спать так, ну все. Спать. Я буду делать буду. О, правильно, что я. А мы тебя... Во сне будем разрушить, да? Как интересно. Это Игорь? Да, наверное. На Игоря. Мама, Ася. Вот там вот еще пирожки. Здорово. Ты думаешь, он набрал, конечно. А мы Ромелик себе возьмем. Игорь, молодец. Все ребята у нас молодцы. Все нам друг на друга, понимаешь, это. Самое главное, чтобы стариков не было. Пойдешь? Ой, какие мы хорошие, Оленька, мы сладкие, такая красивая фотография у него там в этой кадрах, я смотрела. 15 лет. Ну, смотри, внимательно. Тетя Галя, ему фотографируют там, если бы он еще видел. А вон Аленушка наша. Одна Аленушка, другая Нелочка, а имя-то одинаковое. Вперед ушел. Сегодня ты прошел стороной. Лучшему другу я тебе доверяла, почему же сегодня ты прошел стороной? По мне мой ненавидь. Никому не поверю. Никому не поверю. Что она? Никому. Никому не поверю. Другую ты любишь, приходи на свидание, и меня не тревожь. Неужели в моем сердце огонечек потухший? Неужели тропинку ты ко мне не идешь? Неужели мое сердце огонечек потушишь? Неужели тропинку ты ко мне не идешь? Брат! Дарил ведрочко, а на
его не брала. Дарила, просил ведерочка, она его не дала. Дарил, дарил ей колечко, она его не взяла. Забыли слова. А потом знает чиновника, чем я тебя огорчу. Ого, еще Галя воду. А это Галя. Галю моя, Галю, дай воды напиться. Ты ж такая хорошая, дай хоть подивиться. Ты ж такая хорошая, дай хоть подивиться. Вот до уставочку, гляди, дай напиться. Я буду в садочку, приди подивися. Я буду в садочку, приди подивися. Прийшов я в садочок, за мною я ковала. А ти ж мені, Галю, дай не чарувала. А ти ж мені, Галю, дай не чарувала. Дальше слова. Забыли. Буду поливати, вертайся, Іванко, буду чарувати. Вертайся, Іванко, буду чарувати. Скільки не стелився, ти не поливала. Скільки не вертався, ти не чарувала. Скільки не вертався, ти не чарувала. Не сигали воду? Не сигали. Я так устроил, я не... Давай, делай с ними. Ну, ходи там. Мама красивая. Тебе никто не снимает. Мама. А. Милочка, присядь, иди. Постоишь на этом случае, скажу раз. Записывает, как примеривают тряпки. Нет, вот это. Нет. Я нормально. Непроизвольно снимаю. Ну, ничего, нормально. Ты жуй. Все нормально. Будешь красивая в цвете, как положено. Можно говорить. Из Америки привез, да? Да. Ну, прям. Мы шпрот снимаем с собой. Взял. Увозим. Ехал мимо. Конечно. Они меня развлекают. Мы в песни пели. И все это там записывали. А потом демонстрировали звуки. Маленькие широкие, широкие. Акинка взял эту самую. Они же будут там потом смотреть. Не понял, пока не включай. Не, пусть снимает, пока он нет. Звукозапись. Пока не пьяный, да? Да. А он за пьяный, потому стыдно будет. Понятно. Естественно, все равно. Пока снимаем. Пусть снимает. Снимай, снимай. Конечно. Да, господи. Ну каких носок не снимали? И таких. Она вводит да? Все автоматически делает. Я смотрю, крутится объектив. Да, он резкость наводит таким вот, образом. Вот это техника. Вот техника. Объектив крутится, наводка. Я вообще сам посмотри, что я записал. Это американский, да? Это японский, да. Японский? Ага. Японский в Америке ценится, да? Конечно. Еще как-то. А что, американцы сам не могут там делать? Не, могут, но не так могут. Не так могут. Да. Все-таки японцы вот это деле вот в этой... В электронике, вот этой технике, они преуспели, они молодцы. Да. Они насчет автомобилей, насчет... Им жить да, надо, верим, где там эмоции, это все. Коль, а автомобили японские ценятся в семье? Японские ценятся. Японские. Все японское. Я вот рядом с другом посоровался. Да. Мы же соскучились. Вот и... Соскучились. Они вообще, я не знаю, когда они не скучают друг без друга. День-два. А что американское? Ну, пришли, хорошо встретились, соскучились. Да? Да у меня тоже настоящий ничего. Да вы что? Да. Неужели? Как поет этот? Ты свое отгулял. Я подумал так, что ты ушел по этим самым. Я вас обучил. Я вас спрашивал, дед, ну сейчас о чем? Сейчас не могу. Я серьезно разговор говорю. Ты почему ты выпили? Где? Ты скажи мне откровенно, что ты туда ушел? Ты что, хотел, что ли? Да.
Ну так походил бы, папа. Ну а сейчас-то что? А сейчас-то все, не могу. Ну, Коль снимает меня. Снимаю. Ну, мы сделаем фильм. Да. Слушай, да. Если вкус не пропадется, так не отбросим, конечно. Да, снимаю. А Вера, что это? Это самое... Барахло, зачем ты снимаешь? Она сказала, чтобы тебя сблотовало. Ты поедем дальше. Арбузы, говорит, поутащим, говорит. Арбузы. Боится районка, поехала. Представляющий Российскую Федерацию. Или может она сама с утром приедет? Завтра, в Америке, сними. Он даже тут водку бьет в башке. А где мать-то? С пленочкой. Мафия вперед, без пленочки. Сейчас я кушаю. Ну дайте посмотреть, чем там. А то я один маленький. Да он и сейчас-то небольшой. 7 месяцев был. Ну вот такой вот крамультук-то, вот. Подходит, я там жабу выставил на столе, он подходит, трясет ее. Схватил на пол, поглядел, постоял, мне дает. На. А внук твой сейчас, Верушка, рассказывал, мы ехали в автобусе, творит там дело. Он мне говорит, что пиздец. Губернатор пообещал, что этот урожай будет в области. Маша. Ребята, привет. Нет. В кино тебя снимаю. Он меня в зале. Ты почему отвернулась? Тебя в кино в Америку повезут. Вот я и говорю. Вот в Америку повезут. Коль, ты таких-то не возьми. Бабушка, да мы вам, вы нам всякие нужны. Да. Нам без вас скучно там. Да, очень скучно. Ну ты тряпки-то сними. Правда, Коль. Ты че? Очень скучно. Очень скучно. Ну фарточек нашла тряпки. В Америке, скажем, виски тряпок не нашли в России. Ну что? Позоришь наш рот. Где брат-то? Чего брата-то отпустил? Я его давно не видела. Да, такой хороший мальчишка, смеется, да вообще. Ты вообще приедешь. На кино снимали. Галина, ты во сколько придет? Ее украли. Украли у тебя? Ага. А тебя почему не украли? А никому не нужно. Два сухаря. Неля в Танином, нет, в маленьком платье. Два сухаря. Она пухлее меня была. Нет, ну естественно. Два сухаря. Я постарше тебя была. Ну она вообще два сухаря. Мне 15. Сколько лет у вас свой? Ну ты мне покороче. Ну, да, ко мне золотовик. Ко мне там. Все взяла, я откуда есть. Привет. Привет. Да, вот снимаю тебя вместе с машиной. Она знаешь, какая красивая будет на кадрах. Все хорошо, вот тут у вас рябинка, березка. Дачка, да, такая? Ты ее сюда загонять будешь? Конечно. А что там мешает? Да мешает, вдруг поедет. Ага. Хоть они такие все, но... А я думала, что... Вот наш сад. Ну проходи, баба Нина, показывай все как есть. Вот говорят, нужно вот это вот еще. Смотри, как
вырасти или не оторвать, домой поставить. А васильки для чего? А васильки для глаз. Да, это васильки. Вот по дорожке конец, и вот по этой дорожке конец. Так это вот она все напала. Все растение свалилось на дорожку. Вот сюда. Под ними. Проходи отсюда, отсюда. Вот такой зародик, тебя Алена зовут, Нелли зовут. Вот это цветы невесты, вот эти вот, они так цвели, это уже их срок вышел. Вот это вот, видишь, беленькие колокольчики, все облеплено. Колокольчики-то я люблю очень. Ну так красиво смотрится. Здесь вот. Это соседская, вот они такие липкие. Нам заебать будет. Вот это самое красивое. Фуджи, Кодек, да, любая, да? Ну, на 200 единиц лучше. 200 единиц. Ты уверен? Да. Ну как, ты что-то здесь зимуешь? И как, ночуешь? Ты что? Ничего себе. Так, нет, больше не будет. Нет, почему? Мы разговариваем. Димочка. Вот у Димки хорошие зубы. А, Димочка, ты куда пойдешь? А я дядя. Дима, как дела? Как у Димы дела? Дима, няня. Сейчас лезет, мажется. Дима. Как у Димы дела? Алло, кушай сама. Что это такое? Паста. Ой, опять мама в рот опять потянул. Это девочка, ну, блин. Нет, он ее опять сказал. Дима. Подожди, а вот будем. Алло, тихо сюда. Дима, это кто? Неля? Это Неля? Неля. 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 Он тоже так же. Он тоже. А где лошадка у Димы? Где лошадка у Димы? Дим, попляши. Конька где? Тут она. Покачайся скорее. Скорее. Алена села на лошадку. Дима. Дим. Дай-ка я покачаюсь. Алена качается. Алена качается. Дима. Иди скорее сюда. Алена, ты уж в камере разберешь тогда. Это надо копать. Ну-ка, смело. Стас, нет, сиди. Алена. Как? Он тебя ставит на лошадке, он тебя будет отталкивать. Федя Галя снимет вас. О, хочешь, я сяду. Только снимите, ага. Да. Пап, придерживай. Да я держу тебя. Почему не Катя? Катя. Эленка, сядь на лошадку. Возьмите коня туда, в ту сторону. Еще чего хочешь, чтобы я сказала. Нет. Няня, садись, качайся, няня. Садись на лошадку на Диме. Качайся, няня. Сейчас она что это она села на твою няня лошадку? Няня качается. Дай. Скажи, дай, няня. За ручку и возьми, за ручку. В камере пожалуйся. Не, он на деда смотрит, чтобы дед... Свалится, не держится. Где? Хотя бы не менее времени, если вы хотите силовые, вот. Хотя бы утром и вечером, хотя бы
есть еще надо, чтобы быть счастливым, чтобы быть здоровым, да, богатым, да? Или нет? Господь говорит, когда мы с Евой, вспомните, что вы пугаетесь. То есть не надо отношений, ждать каких-то, значит, радостей, счастья. Все счастье, это все сопряжено с грехом. Еще счастье этого мира. Все радости этого мира не уйдите, а есть еще при жизни, кто-то разбавлен всегда. То есть за все радости, сопряженные с грехом, приходится еще где же нам платить другие испытания. Поэтому все внимание себе, в чем постоит отличается, в этом во всем что причину, что-то покрестится, будьте верными чадами православной церкви, и тоже после крещения не нужно просим раз в раздушить грибов. За каждый, кто надо исповедовать, причастить православную церкви. Иначе вот это все крещение как мертвый грибо. То есть что толку креститься, а не быть крестьянином. То есть зачем? Все формальный обряд вас так и Господь формально вас. Не секрет, что для многих этот день становится первым и последним. По крестью просто нет первых. Вернее, еще один день, когда его вперед ногами нет. И все, и больше его не бывает. Это не крестьянин, это такая издевательность. Почему святые отцы говорят, что не крещеным, не священным, вот этим разным мусульманам, мусульманам, этим индусам, им в аду намного легче будет, чем нам, православным христианам, давшим победу Господу и не исполнившим обет крещения. Потому что крещение – это есть прежде всего обет, обет верности Господу. То есть в крещении человек отрекается от сатаны, от действия прежней греховной жизни и приступает к работе Богу. То есть человек рождается новым. Человек, это, как сказать, есть как бы три рождения. Не как бы, а три рождения. Это когда первое рождение по духу, второе рождение по духу, то есть Господа Иисуса, как говорим, Отца и Сына, третье рождение – это уже разлучение души от тела. То есть там дух рождения окончательно имеет в жизни вечную или в свет. То есть почему вечную? Потому что Господь, когда сотворил человека, Он подарил ему бессмертную душу. Так вот, эта душа, она будет бессмертна, как вас сказать, Ибрагим. То есть Бог и человек, он подарок и назад не берет. Раз подарил душу бессмертную, она у человека будет как данная. Все. Бессмертная. Раз и навсегда. И от того, какая участь ее ожидает, и зависит до наших с вами, та наша жизнь. Та участь зависит от того, как мы с вами жили. То есть, какую участь утешаем в нашей душе, здесь будем работать, Бог или Сатана. Нет такого при жизни, у нас нет никакого третьего. То есть человек либо работает Богу, либо Сатане. Все, на всем на протяжении всей своей жизни. Промежуточного какого-то этапа здесь нет. Либо человек Богу работает, он может человек себя сам обмазать, я признаю Бога, я души не верю, а там Бог, церковь не обязательно, какие-то что-то, папа говорят, не обязательно. Это все отговорки, это человек считает себя, хотя и верующим, но спасенным. То есть это и есть те полубанальные, полумеры, которые не приводят к спасению души. Вот от такого я вас и спрашиваю. Господь, когда соответствовал, спасал церковь свою, апостола ее на попечение, он дал достаточно церкви, он дал достаточно дань, чтобы было для нашего спасения добро. Понятно? То есть не надо искать где-то на стороне каких-то чудес, знамений или иных каких-то религий, или иных способов, или своего так называемого пути к Господу. Путь к Господу, Господу один, Господь сказал, я не народ, если народ не будет так. Господь на примере мало таких народов,
того, какие ценности должны быть у людей. То есть, если никакие нам программы экономические, никакие заводы нам не помогут этим людям, вот пока на народ в Кубе не выпускается. Не нужно нам никакие программы экономических воров, которые стоят в армии страны, тоже нам не помогут. Они все будут заботиться о себе. Есть одно истинное законное правительство во все времена благосторонней комнаты. Это самодержавие. Это не какой-то патриотический лозунг или агитация, что я вас просто призываю к тому, чтобы вы каялись сами. То есть не будет покаяния на руке, не будет никакого экономического рынка, ни возрождения. Там как раз написано в этой книжке, и первый человек пробовал, как нам готовить. Исходит, происходит каждый день, когда я уже готовить зрение, посидеть, что это делать. То есть не слушать более тяжелую пищу, благомыслие не бывает, не каждый минут. Исходит, полезность прийти все, ваши ладони разложите. По возможности есть все, просто не надеюсь на память, то ему надо записать. Не знаю даже, как это называется, хочу прийти к этому продающему офисе, скажите, нам это писали, вот так вот. Русским людям обязательно советую это сделать, потому что дети наши страдают за грехи родителей. Если родители не вечны, значит, это чад не Божий, это чад грехов, чад плода. То есть не вечные практики, не защищают, не вечные, являются блудом при Господе и не Я не могу сказать, что 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 я не могу с
Благодарю Тебя, Господи, и 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 благодарю Тебя, Господи,
благополение нашему Богу, или же избавиться ему и не нам от этой скорби, где мы идем, чтобы он мог заступить, спасибо Богу, собрание на Бога, Твоей благодати, и привод Твою славу, и благо, что нашу роду, и за ним вам Thank you.
Thank you.
что у мальчика будет в третий день впереди надо. Не было крестов. Довольно большая, мама. Да, сейчас заново отстраивается, построили звонницу, купола возвели, кресты поставили. А что, раньше она не... Она раньше была как склад, вот сейчас ее заново отстраивают. Она была как склад? Да. Ну все, пошли теперь, пора. Пожалуйста. Комментарии. Куда мы едем? Мы едем отдыхать. На море. Мы вообще любим отдыхать, знаете, да. К южному берегу. Особенно ночью, да? Часиков 2-3 ночи. Что? Трясет-то как, невозможно снимать. Ну что? Сейчас у меня начал снимать. Нет, 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 все записано уже. И сейчас идет запись. Вот так по телевизору будете смотреть, если вот так вот. Да-да. Все, закончил. Так, это наше приключение. Привет. Мы сейчас будем вытаскивать. На задний мост, да. Ой, выйди, Коля. Шашлыки откладываются чуть-чуть попозже. Нам нужно немножко... Машина села. Да, проголодаться нам сначала. Заработать.
сейчас Игорь срубит дерево, и мы будем при помощи Раюшки, его вытаскивать. Отец, слышишь, рубит? Слышишь, говорит. Рубит. А я, говорит, отвожу. Вон, работяги засучили штаны. Ой, как хорошо в грязи потоптаться, когда она тепленькая. Так, ты сняла дорогу, ты как она выглядит хорошо? Российская дорога. Аннель разодета сегодня. Да, Аннель у нас разодета, а я тоже разодета. Между прочим. А ну-ка я покажу, как мама у нас разодета. Больше разодета, чем я. Все разодеты. Знаменитая Шмидхаус. Сегодня на ней. И кедерибок, который можно носить только в ресторан. Ед. Ломать положу под другой. Приподнимай. Подложили бревнышко. Давайте лучше кого-нибудь подложим. Так быстрее дело будет. Одного из. Под колесо, да? Мари, ну давай. Ну вот здесь еще будет проблема вот это. Мы опять на мост. Держите. Не, не сядем, здесь прочертим. Здесь мы проедем. Марин, Марин, сейчас мы будем поднимать деревяшку. Так. Я хотел наоборот, что толстый. Ой, комары какие. Вот толстый. Машина не тронулась с места. Надо еще покрикать, она выскочила. Она молотит по воде. Ты будешь кататься, ты без саночки возишь. Вот и дорога. Вот. Кто-то уже ехал, обезял. И кто-то нашелся умный. Да. Вот он и сейчас так. А мы не сообразили вовремя. Ну то получится, пойдем, сейчас пойдем, гуляем. Вот сейчас попасться по центру. Давай, садись на машину. Вторая попытка. По местам. Снимай, Нель, вот это все. Безобразие. О, сигнал хватил. Такой привет едет. А какой-то сигнал-то был? Пип, да что там мне комар кусает, какой снимать? Нель, у тебя идет съемка, ты болтаешь камеру. Я знаю, что я знаю, где она болтает. Ну, все, выехали. Я вообще тебя могу не снимать, если хочешь. Ладно. Все, отуши свет. Все. Ага. Снимайте чистую машину. А, нет, грязная интереснее. А где было в этом? Чистых вот машин мы увидели много. Ну, там стояла на. Я поставила воду. Ну, так давай сейчас сок разведем. Она теплая. И полтора пакета туда сыпь. Правильно, я потому хочу вот теплую, это лучше разведет. Тань, полтора пакета сок. А пол пакета можешь в банку с вином выпить. Есть чего вон перец. А, что это делать? Ножом разрежьте, все. Что, полтора пакетика, говоришь, сыпать? Да. О, жара, лето приходит. Ну что, как не мучились, а все-таки доехали. Воздаст нам за мучение. Не говори. Вот и музыка у нас. Какие красивые нас делают. Настоящий ресторан. На природе. Ресторан по-русски. Ой, способствует аппетиту. Пищеварению. Музыка хорошая. Успешному. Thank you.
пирог горит. Народ работает. А чем занимается Самоуков? Улов каков, рыбак? Уха-то будет? Молчит жук. Что ты ее дергаешь бесполезно? Нет, и дать рыбу мы не дождемся. Нет, ну ладно, до следующего. Давай подожди его. Ну ты что, не пропустишь? Нет, он цепился, не отпускает. Какой рачок. Классный. Хорош рыбак. Смотри, что делает. А? А? А на чем поймал? Он за ласку поймал, за панцирь. Игорь, ты знаешь, как с ним справляться? Я с крабами только имел дело. Мы ловили больших крабов. Вон, кастрюльку в костер сварить. Ни раз вареного рака не видела. Будет солить. Причем зеленая. Вот с крабов я... Он не может здесь, когда ты его со спины берешь. Так же, как и крабов. Гладкие. Но правда, мы их брали, знаешь как, с морды. И до хвоста. И они все-таки клешем такие здоровые. Ну они крабы, они же трубы. Ноготь надвое раскалывали. Представляешь? Какой красавец. Ты его приблизь как следует, чтобы его хорошо было. Не, он как следует вон. Вон, положи на тряпку. Какой лапа. Ой. Ты не убирай меня его из кадра. Ух ты. Бедолага. Ты же деликатес, как говорят. Это вообще деликатес. Сейчас на тебя беднега деликатес. Сейчас ты у нас будешь деликатесом. Что, тебе нравится? Ага, ну приближай, приближай. Так, у нас сколько раколов называется? На удочку раков ловят. Смотри, цапнет. Так он ее уже цапал. Да когда тот цапал, может это сильнее. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, клюшни. Вот молодец сколько, на удочку раков. Правильно. Второй драк. Он зацепился опять за клешню, случайно. Нет. Рядом с мордой. А как он мог захватить? Он хотел чемпиона сожрать. Он червяка на рту поднял. Где у него морда? Да, вот рот у него там. Ты думаешь, что они едят да. черви? Да. Почему нет? Неизвестно что. Он поднес это к морде и проглотил вместе с клешней. Ну пусть вот второй. Возьмем с собой. Мы их отварим. Так мы их сейчас сварим. Давай третьего. Вон у нас костер. Пап, забрасывай. Картошку вытащи. Она готова уже. Пап, забрасывай. Иди третьего лови. Быстренько. Так, ну третьего. Можешь не пойматься сразу. Ну, так, ну иди все равно. Вдруг буль. Шустрый какой. Так этого еще не замучили. Это вот одного только. Усы кверху. Сейчас он опять. Слушай, они как плавают-то быстро. Посмотри-ка. Да. И причем задом наперед. А я же задом наперед. Рак пятится назад, а щука тянет в воду. Сейчас его быстро. Нель, ты не хочешь раков половить? Ну что, вы хаваете друг друга. Ох ты. Смотри, как он поймал его за клешню. Растаскивайте их. Ох ты. Не оторвал? Нет. Смотри, какой цепкий. Ох. Ну-ка. Сцепим. Этот хорошо. Ну давай. Тебя поймал. Горбатый. Я сказал горбатый. Ты смотри, лохай. Еще бы. У нас есть. У нас вот записи есть. Я у знаю. Нас записи на фильм. У нас около 200 фильм, чуть не больше. Вот парень, она... Ну что, у каждого своя страсть. Вот так у нас в России ловят червей. Охота на червей с топором. Мы бы сети закинули, но не проползает сквозь клеточки. Так, о, накинулись. Ой, сейчас. Это же женщины, представляешь? О, червяк, ура! Ну-ка, покажи червяка. Какого червяка-то нашли, покажи. Ой, да, покажи, какого червяка мы нашли. Дистрофики, им есть тут. Ой, нечего. Его упало мне на голову, что самое интересное. И женщины в русских
поселение. Горячий избу войдет, коня с скаку остановит. А червя-то уж подавно найдет. Мне нравится, как Марина в это с золотым кольцом с рубином. Ну ты это не снимай. А может, они на него ловят. Ладно, не снимай ты это уж. Запретные кадры.